Друзья порыбачили сегодня, поймал я 6 мальмин, такие неплохие, на червячка, обалденные мальминки. Такая вот природка здесь, ну вообще, здесь вообще время проводить на речке обалденно, классно, смотрите как. Вообще, это просто замечательно. Вот моя рыба сегодняшняя. Всех приветствую, друзья, подписчики моего канала. Сегодня мы приехали в удивительнейшее место. Сейчас мы туда двинемся. Называется речка Иска. Мы приехали уже за 40 километров, как говорится, от Николаевска на Амуре. Сейчас двинулись в сторону речки на щетку. Давайте придем и там дальше заснимем все это дело. Очень красивейшие места, много медведей, много всякой живности. Обалденно, сегодня солнышко. У нас третий день, друзья, нет дождей. Это обалденно. Ну, сейчас мы, давайте, дойдем. Тут иди где-то метров 200. Ну вот, друзья, пришли мы на речку, где мы сегодня попробуем порыбачить. Говорят, красноперочка пошла морская. Смотрите, как здесь прекрасно. Удивительные пейзажи. Красивая природа. Птички поют. Ух! Лепота. Это просто шикарно. Речка. Воды только много. Я в том году здесь с вами был. Показывал вам, ловили мы и горбушу, и осеннюю киту. Ну, она называется не осенняя кита, называется хатаморская кита. Это было удивительно здесь. Сейчас видите, как здесь. Ох, смотрите, обалденно, красава, речка текет. А попробуем что-нибудь словить. Не знаю, как у нас это получится. Но воды, да, воды много. Но вдруг что-нибудь, как в сказке, скрипнула дверь. Давайте, будем смотреть на рыбалочку. Первая рыбка, ребят. Не знаю, кто кинул. Мальмушка. Мальмушка, друзья, смотрите. О, прекрасная. Смотрите, какая мальма. Ура! Классическая, классическая, друзья. Классная мальма. Просто обалденная. Сейчас давайте посмотрим. Просто обалденная. Смотрите. Вот это мальма. Хоп! Блядь. Вот это да. Со второй, короче, друзья, со второй. Первый раз закинул, ничего. Второй раз кинул, сразу мальма. Сразу, друзья. Давайте второй закинем за закид. И чуть не ушла. Пробуем закинуть, друзья. Опа. И пошел наш поплывочек, смотрите. Идет поплывочек. И давайте посмотрим, может быть, еще кто-нибудь клюнет. Но эта мальмушка была красавица. Смотрите, идет поплывочек. Опа! И поклевка. Промотал, промотал, друзья. Промотал. Еще одна поклевочка была только что. О, о! Еще была. Ну, такие какие-то нежные поклевки. Нету такой агрессивности пока. Есть! А сошла!
кто-то крупненький был, друзья. Крупный кто-то был. Кто-то был крупный. Берем, закидываем. Вот так вот. Пошла хорошо. Смотрим. Ну вообще, в принципе, мальма — это тоже рыба обалденная. Ну и красноперочка. Это классно. Самое главное — времяпровождение на природе, друзья. Это удивительно. Друзья, еще одна поклевка. И еще одна мальма. Обалденная, смотрите, какая здоровая. Вот это да. Ох, красавица, смотри, какая красивая. Ой, бля. Здоровенная. Вот это мальмина. Ха-ха-ха. О, красотуля. И это вторая уже моя. Отлично. Андрюха, надо делать червя хорошо. Рыбки я уже немножко поймал. Решил вам поснимать саму речку. Красивые места, блин, обалденные. И сегодня при том, что, друзья, такая погодка, он, Андрюха, кидает, пока у него ничего. Ну, будет. В чем речечку поснимать? Чуть-чуть, может, кому-то будет интересно. Пройду сейчас немножко. Ну, воды много. Иду по воде. Всю-то, конечно, не снимешь. Вот так. Тут чуть-чуть места, конечно, живописные. Обалденные. Посмотрите. Какая красота. Ох. И погодка. Погодка нам дает сегодня. Речечка. Обалдеть. Всякие мотыльки летают. Андрюха вам поплавок кидает. Немножко решила природки показать нашей дальневосточной. Еще раз повторюсь. Находимся мы на Щетке. На мост не пошли. Может быть, попозже и пойдем. Там ребята рыбачат. Может, там что клюет. Ну, давайте будем продолжать нашу рыбалочку. Посидели мы всего часок, поймал я 4 мальмины, хороших мальмины. Смотрите, еще одна мальма, мальма, хорошая мальма. И вот она, еще одна, друзья. О, крупная, смотрите, какая, елки-палки, вот это мальмины. Вот это я понимаю, рыбалка. Смотри, какая крупная. И вся крупная мальма, смотрите, друзья, вся крупная. Ну, обалденная мальмушка, красавица моя. Я еще и груз его нашел с крючками. Заберу их. Смотри, какая. Вот это мальмина, друзья. Вот это я понимаю. Вот это хорошая. Выводим. Еще одна поклевочка, друзья. Небольшая такая. Ну, мальмушка. Тоже мальма, друзья. Ох, сегодня я буду вот с такой вот рыбкой. Друзья, это просто обалденная рыбка. Смотрите, какая. Ох ты. Вот она. Мальмушка. Красивая. Андрей, ты сегодня, блядь, ловить собираешься? Вывожу. Мальмуха. Небольшая, не крупная. О, идет. Смотри. Есть. Еще одна мальминка. Вот такая вот. Не крупная. Не сковородочная. Вкусняшка. Отличная. Красивая. Вот такая, смотри. Мальмушечка. Это пятая моя сегодняшняя. Ах, отлично. Прекрасно. И вот, друзья, я остался один.
не успел снять. И вот моя еще одна поклевочка. Еще одна мальмушка. И это шестая. Опа. Опа. Убегает. Хорошая такая. Ядреная мальма. Отлично. Друзья, порыбачили сегодня. Поймал я 6 мальмин. Такие неплохие. На червячка. Обалденные мальминки. Такая вот природка здесь. Ну вообще, здесь вообще время проводить на речке обалденно. Классно. Смотрите, как вообще. Это просто замечательно. Вот моя рыба сегодняшняя. На этом, друзья, мы заканчиваем сегодняшнюю нашу рыбалочку. Пробовали на все, но рыбка плохо ловится. Поедем домой. Еще раз обращу внимание, какая здесь удивительная природа. Птички поют. Ух, лепота. Одним словом, Иска, таежная речка. Прекрасная просто. Кукушечки кукуют. Обалденно. Подписывайтесь, друзья, на канал. Будет много всего интересного. Еще поедем на речки, на горные рыбачить. Вот. Ну и, как говорится, до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока. Жду комментариев от вас.